Каждый день новый инцидент. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку по сообщениям о том, что в Демидове собака напала на ребенка. Похожие случаи были в Смоленске, а также в Десногорске. Эта проблема стала одной из наиболее острых в регионе. Об этом смоляне практически ежедневно пишут в соцсетях и обращаются лично к главе региона. Бездомные собаки стали серьезной проблемой для жителей области. Число выброшенных животных растет с каждым годом, как и количество случаев их агрессивного поведения. Это вопрос, крайне волнующий жителей региона, а значит, волнующий меня как руководителя Смоленской области. Бездомные собаки являются потенциальной угрозой для любого смолянина или смолянки, особенно для детей и пожилых. Надо вести в том числе разъяснительную работу с людьми, чтобы бережнее относились к домашним животным и не делали их бездомными. Все эти вопросы нужно рассмотреть и про возможный отлов бездомных животных, и возможное их содержание в приютах для бездомных и стерилизацию. Средняя стоимость одной услуги по работе с животными, включающей отлов, карантин, вакцинацию, стерилизацию, содержание для выработки иммунитета и последующий возврат в среду обитания, составляет около 20 тысяч рублей. Средств, выделяемых на эти цели в 2022 году, недостаточно, чтобы кардинально изменить ситуацию. В рамках контракта было отловлено 221 животное, в том числе 77 собак на территории города Смоленска было. Затем после проведения манипуляций по стерилизации, вакцинации, карантинированию, животные были, даже после постановки на учет, направлены, возвращены в естественную среду обитания. Нужно этой работой заниматься не ради работы, а ради результата. Поэтому 110-120 отловленных животных – это капля в море в сравнении с тем количеством, которые ежегодно рождаются от бездомных животных в уличных условиях. Поэтому я намерен дать поручение о выделении дополнительных средств. Губернатор считает необходимым проработать вопрос организации бесплатной стерилизации домашних животных по обращению граждан. Глава региона также поддержал озвученное в ходе заседания предложение о введении штрафных санкций для владельцев домашних животных за отказ от их содержания и поручил вынести такую законодательную инициативу на рассмотрение депутатов Смоленской областной думы.